Югорские реки, наконец, вскрылись. Накануне в Югре начался ледоход на Канде. Река пошла в районах Урая, Чантерьи, Кандинского, Балчар и Алтая. На Оби ледоход сейчас находится в 700 километрах от границ Югры в Томской области. Тем временем идет подготовка ко взрыву льда на Оби, чтобы облегчить проходимость весеннего ледохода. Взрывные работы проведут уже послезавтра, 22 апреля. Традиционно ледоход сопровождается ухудшением погоды. Так происходит и в этот раз. В центральной и восточной части региона ожидается гололед, метель, ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. На западе и юге Югры завтра уже начнет теплить до плюс 7 градусов по Цельсию. А вот начиная с Нягани и вплоть до Нижневартовска, погода покажет во вторник, среду и четверг минусовую температуру. Но уже с пятницы в Югру вернется весна, и, как считают синоптики, о морозах югорчанам можно будет забыть до осени.